Buongiorno cari colleghi, io posso parlare del doppiaggio anche ore, ma qui ho solo 10 minuti, quindi. Поэтому легче сразу попрощаться и уйти. Perché è ancora più facile dire subito arrivederci e andarsene via. Но я сделаю над собой усилие и попытаюсь уложиться в 10 минут. Ma cercherò di avere la forza di volontà per farcela in 10 minuti. Я представляю актеров российского дубляжа, и поэтому вы, я знаю, вы не спали всю ночь и думали, как же там дубляж в России, боже мой, не могу заснуть, когда же утро, когда же Диомид расскажет, вот я здесь. Io rappresento tutti gli attori del doppiaggio russo, io so che voi non avete dormito la notte pensando a come sta il doppiaggio in Russia, come siamo messi da quelle parti, ma eccomi qua, io sono Diomide e ve ne parlerò. Дубляж в Советском Союзе начался в 1935 году, когда впервые был дублирован фильм «Человек-невидимка». Il doppiaggio in Russia, anzi l'Unione Sovietica, è cominciato nel 1935 con il film Uomo Invisibile. Режиссер Марк Донской разработал специальную технологию, по которой стало возможно техническое осуществление этого процесса. Mark Donskoy ha creato la tecnologia che ha permesso appunto anche in quegli anni la creazione di questo processo di doppiaggio. Дело было новое, и поэтому сам процесс продлился целый год. Era una cosa nuova, e quindi тutto il processo è durato un anno. С тех пор технология совершенствовалась, и уже к 80-м годам в Советском Союзе в прокат выходило 100 фильмов в дубляже, переведенных с 30 языков мира. Però il processo del doppiaggio era perfezionato, e quindi verso gli anni 80 uscivano centinaia di film da 300 lingue, insomma era un processo molto complesso. К концу 80-х годов, когда появилась эра VHS-кассет, невозможно было сдержать поток голливудской продукции, которая поставлялась в нашу страну на кассетах. Это была неофициальная поставка, и показы были неофициальными, пиратскими. L'epoca dei VHS, delle cassette, ovviamente ha creato una sorta di inondazione di produzione hollywoodiana che era difficile da limitare, infatti la maggioranza delle copie era Но piratata. русским людям нужно было как-то понимать, что говорят англичане и американцы. Ma ai russi, russi volevano capire cosa dicevano gli americani e gli inglesi. И тогда неофициальный переводчик, который владел языком, он садился у микрофона и в один голос за все роли начитывал тот текст, который был на экране и воспроизводился актерами. E allora un solo traduttore si sedeva di fronte al testo, di fronte al video e con una sola voce raccontava tutti i ruoli del film. Это так называемая эра одноголосых переводов. È la cosiddetta epoca delle traduzioni monotone. Но настали 90-е годы, Советский Союз прекратил свое существование. Ma sono arrivati gli anni 90, l'Unione Sovietica è crollata. Многое изменилось, что и в политике страны, и вообще в стране, и на телевидении стало появляться очень много телевизионной и кинопродукции зарубежной. E quindi molto è cambiato sia nel paese che nella politica del paese e molta della produzione straniera è cominciata ad arrivare sugli schermi russi. И вот тогда, когда происходили официальные закупки, приглашались актеры, которые либо дублировали эту продукцию, либо начитывали текст, так называемый закадр, начитывали текст для того, чтобы, ну, при этом не было дубляжа, было простое озвучивание. Вы слышали, что говорили актеры на своем родном языке? Dopo abbiamo cominciato a invitare gli attori che o facevano le parti o facevano la cosiddetta voce narrante, sia nello schermo che ad esempio gli audiolibri che sono arrivati dopo. Если в дубляже актер полностью должен отдаваться эмоции, которые на экране воспроизводятся актером, то в закадре, ну, у вас, наверное, тоже этот вид искусства существует, актеры немножко отстраняются и только обозначают эту эмоцию. Quindi qui c'è una differenza interessante perché gli attori ovviamente quando fanno il ruolo nel doppiaggio devono entrare anche nelle emozioni di quello che succede sullo schermo, mentre per la voce narrante deve essere un po' più distante. С советских времен, во времена Советского Союза, в дубляже были задействованы лучшие актеры, которые снимались в кино, играли в театре. Durante l'Unione Sovietica i migliori attori presenti facendo parte della produzione del doppiaggio. Поэтому качество самого продукта, как его исполнение и перевод, и актерское исполнение было на высочайшем уровне.
Per questo la qualità stessa del prodotto era eccellente. В свое время, это я знаю не понаслышке, мы научили, Советский Союз научил Польшу дублировать фильмы. Addirittura l'Unione Sovietica ha insegnato alla Polonia come fare del doppiaggio. Но когда вернулись 90-е годы и у нас все разваливалось, не снималось кино, ничего не дублировалось, была ситуация очень шаткая, мы забыли, как это делать. И тогда поляки снова научили нас тому, чему мы когда-то научили их. Negli anni 90, quando tutto appunto stava crollando e queste tecniche sono rimaste dimenticate, i polacchi hanno insegnato ai russi, come i russi hanno insegnato ai polacchi, come si fa il doppiaggio. За что им огромное спасибо. Поэтому это на самом деле чуть ли не притча, поэтому вкладывайте в других людей, возможно, впоследствии они вложат у вас. Questo è quasi un sermone religioso, investite in altre persone perché dopo quelle persone investiranno in voi. Эпоха голливудского кинематографа, которая заполонила все экраны, естественно, она требовала большое внимание к качеству. Ovviamente l'epoca della produzione hollywoodiana chiedeva di un investimento anche di qualità. И к нам направляли так называемых супервайзеров, которые курили, курировали качество самой продукции, хотя иногда и курили, судя по всему. Qui c'è un gioco di parole un po' difficile. I supervisor che inviavano in Russia appunto dovevano guardare i tipi di produzione, cioè курить. Технологически выглядело так. Текст переводился, потом текст укладывался, а потом уложенный текст, который подвергался изменению, снова переводился на оригинал, и супервайзер видел, что получилось. Di solito i russi facevano tutta la produzione, dopo arrivava il supervisor e guardava e vedeva cosa era venuto fuori. В дубляже в России мы стараемся максимально близко передавать эмоции и интонирование актера, который работал в фильме. Il doppiaggio in Russia cerca di rendere il più possibile le emozioni che vedi sullo schermo. Но иногда адаптация требует определенных изменений. И вот, например, если в «Волке Уолл-стрит» есть такой персонаж, которого играет Джона Хилл. Ovviamente a volte è un po' difficile, ad esempio nel «Волк Уолл-стрит» c'è un personaggio che... Он общается вполне себе нормально, безакцентно, но наш режиссер приняла решение, чтобы этот персонаж разговаривал с еврейским акцентом. Un personaggio che parla nel film senza accento, ma il direttore di produzione russo ha deciso che lui ha un accento ebraico. А так как этого персонажа дублировал я, меня она обрадовала непосредственно перед записью, что это я должен сделать. E questa notizia felice mi è stata consegnata poco prima del doppiaggio stesso, perché l'ho fatto io il doppiaggio. Я задал вопрос, а он там общается с акцентом? Она сказала, нет, ну ты же посмотри на него, он же еврей. Allora io le ho chiesto, ma lui nel film originale parla con l'accento e lei mi ha detto, no, ma guardalo, è un ebreo. Я говорю, нет проблем, а текст подразумевает стилистическую укладку, потому что можно говорить по-русски, а можно таки говорить по-русски немножечко по-еврейски. No, perché ovviamente il problema è che puoi parlare russo oppure puoi parlare russo un po' ebraico. Она сказала, нет. Я говорю, спасибо большое, можно я тогда буду менять текст по ходу? Она сказала, делай что хочешь, главное делай вот это с еврейским акцентом. Alla fine mi ha detto che posso fare quello che voglio, basta che ci metta questo accento ebraico. Поэтому отчасти наша озвучка этого фильма запомнилась тем, что Джона Хилл говорит с еврейским акцентом. E infatti il doppiaggio di quel film in Russia è famoso proprio perché l'attore Джон Хилл parla con l'accento ebraico. Или, например, Шрек. Марк Майерс озвучивал этого героя, но его голос, если вы помните, он несколько выше, чем фактура самого Шрека. Se ad esempio ricordate Shrek, l'attore ha una voce molto più alta. И на этапе кастинга режиссер предложила эквивалентный низкий голос для этого персонажа. Mentre durante il casting hanno chiesto una voce molto più bassa in Russia perché aumenta le dimensioni. Супервайзеры в Лос-Анджелесе сказали, нет, мы хотим вот так. Она говорит, ну подождите, голос не соответствует, давайте мы вам сделаем так, как надо. Переговоры шли очень долго, они были кровавыми.
Dallo Sales hanno detto no, 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 dovete fare la voce alta, e dalla Russia hanno detto no, no, noi vogliamo fare la voce come si deve, bassa, perché rispetta il personaggio. E infatti il dibattito, diciamo, che è stato un po' И в итоге, difficile. да, и в итоге наш актер Алексей Колган озвучил это низким голосом, вот так он говорил. И это отличалось от всего того, что было в других странах. В итоге в Каннах, когда презентовали этот дубляж, данный дубляж был признан лучшим мировым дубляжом, и Алексей был признан лучшим Шреком. Его даже пригласили в Голливуд. Il doppiaggio russo, infatti, a Cannes era molto differente da tutti gli altri doppiaggi, proprio per questa voce molto bassa, ed è stato, gli è stato dato il premio come miglior doppiaggio, al mondo, e l'attore è stato addirittura invitato a Hollywood. Приглашали его озвучивать как раз-таки Шрека, но он не знал английского языка, поэтому голливудская карьера быстро закончилась. Purtroppo la carriera in Hollywood è andata velocemente a finire perché non conosceva l'inglese. Он остался и остается всемирно известным у себя на родине. Lui è molto famoso in patria. Что касается цензурирования, у нас, несмотря на всеобщий информационный шум, по поводу ЛГБТ нет никаких запретов. Сериал «Наказание за убийство» шел по центральному Первому каналу после 12 часов ночи, со всеми сценами, которые там были. Per quanto riguarda la censura, visto che c'è un sacco di confusione di informazione, soprattutto per le tematiche LGBT, in Russia non ci sono problemi in quel senso. Ad esempio, How to Get Away with Murder era trasmesso dopo mezzanotte, ma con tutte le scene non editate. «Игра престолов» никогда не выходила на центральном канале, но транслировалась на канале статусом чуть ниже. Однако, было две версии, которые делалось в ставилось в прайм-тайм, там были вырезаны эти версии, но если вы хотели насладиться в полной мере всем, что туда налили создатели, пожалуйста, после 12 посмотрите. Il Trono di Spade era trasmesso in un canale un po' inferiore, diciamo, che non era la televisione nazionale, però comunque se volevi apprezzare tutta la pienezza del Trono di Spade potevi guardarla dopo mezzanotte, mentre era prima trasmessa in una versione più breve. Есть рейтинговые ограничения, которые запрещают малышам видеть то, что им видеть не нужно, но если вам уже исполнилось 18 лет, вы можете пить, голосовать, курить, водить автомобиль, делайте, что хотите. Ovviamente ci sono delle regole che impediscono ai minori di vedere certi contenuti, ma dopo che compi 18 anni puoi guidare, fumare, bere e ovviamente guardare quello che vuoi. Характерная ситуация и с ненормативной лексикой. Например, всем известный фильм «Дэдпул». Ad esempio, è simile la situazione con le parolacce, come nel film Deadpool. Он был выпущен в прокат в двух вариантах. С полной ненормативной лексикой и вполне себе так приличненькой. Uscito in due versioni, con una versione con un lessico un po' più curato. Угодили всем. Тем, кто хотел по полной окунуться в эту бочку с медом, ну, с медом, и тем, кто хотел эту бочку отойти, обойти. Quindi tutti erano contenti, chi voleva, diciamo, andare nella piscina e chi voleva starsi nella larga. У нас был еще небольшой демонстрационный ролик, который, ну, показывал, по крайней мере, мою работу в дубляже, но у нас, к сожалению, нет времени, чтобы это показать. Я надеюсь, не в полной мере, но я раскрыл тему российского дубляжа. Спасибо большое. C'era un piccolo filmato che volevo mostrare con il mio lavoro sul doppiaggio, ma ovviamente non ce n'è il tempo, però spero di aver illuminato un po' la scena del doppiaggio russo, grazie mille. Thank you.